саратовские болельщики против тюменских. Кто кого перекличит. Политевич. Долго принимает решение. Заброс за спины защитника Мактыбе. Денисол Айсаула с мячом. Подставляет свою ногу футболист Кайрата. И счет нашей игре открыт. Магомед Парагульга. Все-таки третий заброс на Айсаулу прошел. Украинский нападающий убежал от защитника Мактыбе. 1-0. Смотрим мы еще раз повтор. Хорошая передача Айсаулы на ближнюю штангу. И опережает, да, здесь Парагульгов. Здорово сыграл. И не удел оказался Трофимец. 1-0 в нашей игре. Тут, наверное, даже Трофимец немножко помог Парагульгову. Такое ощущение было, что от ног Трофимца все-таки в последнем залетел мяч в ворота.